Да, это молодой проспект. А лично я вижу, как этот парень развивается постоянно, да. И сейчас, ввиду того, что ММА это совсем другой вид спорта, не такой, как в 90-х годах, этот парень очень быстро и сильно прогрессирует. Ladies and gentlemen, this is a three round of NFC in Bantamweight division. Let me introduce the fighters. Introducing him first and fighting out of the blue corner. This is a professional debut of the fighter. He stands 175 centimeters tall. Official weighing 61 kilograms. Fighting out of Tashkent, Uzbekistan. Ханымдар мен мырзалар, қарсы алыңыздар. Фирус Ишанкулов! Introducing his opponent, fighting out of the red corner. Professional record of the fighter, one win, no defeats. His stand, 173 centimeters tall. Official weighing, 61 kilograms. Fighting out of Almaty, Kazakhstan. Ханымдар мен мырзалар, қарсы алыңыздар. Гамлет Асланов! Your referee, judge the action, Толеген Адыкенов. Бойцы, правила знай, не нарушай. Регламент боя 3 раунда по 5 минут. Слушай меня внимательно. После команды стоп, все действия прекращай. Пожали руки, удачи. Итак, последние установки от рефери этого поединка от Улегена Абыкенова были сказаны. Первый раунд поединок Фирус Ишанкулов и Гамлет Асланов. Второй бой сегодняшнего ивента. В красном углу Гамлет Асланов и в синем углу его соперник Фирус Ишанкулов, боец Узбекистана. Да, бой начинается. Я думаю, бой вообще начнется без разведки. Есть небольшое преимущество в росте от Фируза Ишанкулова. 175 сантиметров роста у бойца из Узбекистана против 173 от Гамлета Асланова. Но не думаю, что это будет большим ярким преимуществом в этом поединке. Да, рост здесь, я думаю, не играет большую роль в этом плане. Несколько зажатым выглядит узбекский файтер. Да, работает в такой суетливой манере. Воздушным джебом, можно сказать, не дает подходить Асланову Гамлету. Ну да, рассекает воздух пока. Итак, что. Первый лоу-кик от Гамлета. Пока что никак не отвечает на это. Да, что-то я ошибся в прогнозе. Бой идет пока в разведочном стиле. Разведка нужна и для Асланову, и для Асланова, и для Ишанкулова в том числе. Да, вот обменялись лоу-киками. Напомню, что начинал свою карьеру, свой спортивный путь Гамлет Асланов с боевого самбо, с бокса. Затем перешел в ММА, выступал по любителям. Является многократным чемпионом по боевому самбо и по ММА в том числе. Да, несмотря на такой маленький рекорд, любительская карьера Гамлета очень насыщенная была. Он бился и по любительскому ММА, и показывал неплохие результаты. Так что, я думаю, этот парень очень опытный в любительском спорте. Итак, полторы минуты позади. Пока что, кроме нескольких лоу-киков от бойцов, мы ярких моментов не наблюдаем. Да, кстати, вот рефери призывает к активности. И сразу же было... И сразу же был хай-кик. Исполнил в исполнении Гамлета. Очень осторожный бой мы сейчас пока что смотрим. А уже 2 минуты прошло. Ох, здорово сейчас проходит в корпус. Есть перевод в партер. Да, такой отличный очень... тайминг демонстрирует Гамлет. Очень грамотный тейкдаун. С грамотным таймингом. Сейчас пытается сконтролировать своего соперника. О, хорошее предплечье. Такой нестандартный удар. А-ля Конор Макгрегор. Ну, Конор делал это в стойке, да? Ну, Гамлет чуть-чуть модифицировал этот прием. Вчера, общаясь с Жуманом Жумабековым, он является одноклубником Асланова Гамлета. Жуман говорил о том, что Гамлет прогрессирует очень сильно. И на тренировках делает такое, что не каждый боец может сделать. Мы сегодня увидим новые фишки Гамлета в этом поединке. Да, и вот был хаммерфист хороший. И контролирует, не дает встать своему сопернику обратно снова при плечо, удар. А уже в голову. Плечом от Гамлета. И Ишанкулов пока что не может встать. Не может встать Фирус.
И по статистике, если первые 20 секунд ты не встаешь, то ты пролежишь на своей спине до конца. Меньше 2 минут остается до окончания первого раунда. Все так же работает в гарде у своего соперника Гамлет Асланов. Да, контролирует и работает. Делает все, чтобы его не подняли стойку. Хорошие такие удары по корпусу, которые сбивают дыхание сопернику. Ферузу нужно вставать. Блокирует левую руку и правую пытается тоже блокировать Фируз. При этом Гамлет пытается обойти гард, но и бьет локтями. Хороший ground and pound, в принципе, демонстрирует. Гамлет обратно удар. Минута до окончания. Хороший локоть. Точных локтей ударом. Еще раз локоть, уже несколько локтей прошло. Минута, банда, минута. Контролируй, контролируй. Думаю, да. Так и конец раунда, скорее всего, пройдет, да? Да, угол подсказывает Гамлету. Осуществляя контроль и работай, что и делает Гамлет. Может бой показаться таким скучным на действие, но результат дороже всего. Поэтому... Каждый спортсмен работает по своему плану, который готовит для них тренерский штаб. И, по всей видимости, у Гамлета Асланова план идет... Точнее, будет по тому плану, который он себе... Да, нанесли. Конечно, он показывает активный ground and pound. Он не просто залеживает своего соперника, а вы видите, он бьет. Он доставляет максимальный дискомфорт своему сопернику. Вот обошел гард, сайд-контроль вышел по Асланову Гамлет. Но обратно гард восстановил халгард. 10 секунд Фирус. До окончания первого раунда. 10 секунд. Хороший ground and pound. Аккуратный такой. Излишних каких-то движений. Еще один удар от Гамлета, и первый раунд заканчивается. Да, активная концовка в исполнении Гамлета. Раунд за ним. Я был раунд того тандасын зарине басын болды, бұны барлығын көрдік. Жасылан, бірінші раундты қорытындылап кетейік. Я бірінші раундта Гамлет өзін өте үлкен дәрежеде көрсетті. Бұл бірінші раундты толығымен оған беруге болады. 2 минутқа жуық уақыт спортшылар тек арға шықты жүріп алды. Кейін түсіндім, Гамлет қарсыласының бір ғана қателігін күткен сияқты. Тейкдаун жасаудың аман деген болуы керек. Өзіне қарсы міне қадам жасаған сәтті қолданып бірден тейкдаун жасап астынан шығармай қойды. Дәл осындай тактиканы жалғастыру керек шығар. Қолдан келіп жатар күресте басымдылық бар екенін көріп тұрмыз. Сондықтан Гамлеттен 2-3 раундта дәл осындай сценарийді күтеміз. Я Гамлет бірінші 2 минут зерттеумен жүрді. Одан кейін партерға ауыстырып, бар өзінің өнерін көрсетіп отыр. Бұл тренерлермен қойылған жоспар деп ойлаймын. Қазір 2-ші раундта қалай болатынын көрейік. Барлығы 2-ші раундқа дайын. Асланов Гамлет небәрі бір жекпе-жек өткізген, ал өзбек спортшысы тіпті дебютант. Так, дебютант үшін. Екеуі де тәжірибелері аз болғанымен, күшті өнер көрсетіп отыр деп ойлаймын. Тәжірибесі көп балалардан кем емес деп ойлаймын, мынау осы бұлардың бойлары. Өте жақсы, бірінші раундта ұтылып қалған түсінген Ишонкулов қазір бірден белсенді қимылдай бастады, бірақ тағы да октагонда кеңістікті қарсыласына бере бастаған сияқты. Гамлет тағы да өзінен қайлы сәтті күтіп отыр. Оверхендпен арашық үзбекші, бірақ Шонкулов әрине ондайға дайын бұл жолы. Шонкулов каждый ударға бар күшін салып отыр деп ойлаймын. Өйткені солай көрініп тұр. Аяққа да қолға да нокаутқа көз салып жүрген сияқты. Иә, көз деген сол болу керек. Жалпы аяқты тұрып өте жақсы айқас алатынын көріп тұрмыз, бірақ сәл сенімділік керек сияқты. Гамлетке жақындаудан қорқып отыр. Байқасаң, арға шығып түссе бірден кіріп кетеді. Клинчке бірден тейкдаун жасап кетеді, содан біраз сақтанып тұрған сияқты. Фируз. Өте сақ, көрдің бе? Соның кесірінен міне тіпті өзіне де ыңғайлы арға шықтықты таба алар емес. Міне осымен 2-ші раунд басталып кетті, бірақ мәнері өзгерген жоқ. Міне енді қарсы ала бастады. Асланов Гамлет қазір өте жақсы.
қарсыласы 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 Асласын енді астынан шығара қоймас. Өзбек спортшысы дәл қазір өзгерістер енгізбесе кейін кеш болатын түсіну керек. Бұндай соққылар жиі көре бермейміз. Гамлет иықпен соққылар деп қолданып отыр. Гамлеттің арсеналы қызықты приемдармен көп сияқты. Өзінің жан жақтан көрсетіп отыр. Өте мықты спортшы екенін білдіріп отыр. Я өзінің дебюттық жекпе-жегінде бұл жігіт өз жайлы керемет ой қалдырған болатын. Өте жақсы қырынан көрсете алды. Міне бұл жолы да дәл осы өткен айдың ішінде спортшы ретінде өсіп келе жатқанын көрсетіп отыр. 2 минуттай уақыт бар. Гамлет дәл осылай қарсыласын барынша астында ұстап қалуға тырысатын болады. Бәлкім уақытынан бұрын аяқтап көруге тырысу керек шығар. Енді біраз шаршатты қарсыласын, өте ауыр демала бастағанын байқадық. Өзбек спортшысының сондықтан қазір гард айналып өтіп ыңғайлы позиция тауып алып жауаптылығын жасап кетсе. Міне қазір позиция пайда болды, өте жақсы. Тұрғызуға болмайды. Калгард позициясы және толықтай қарсыласын үстіне шығып үлгерді. Бұл жерде Асланов Гамлет тіруін жағдайы қиындады қазір. Жоқ, қорғанда қателік қазір өзі қарсыласын астына қалып қойды. Гамлет әйгерелес қалай ғана сұқыл шығып кетті. Бұрышында Гамлеттің бұрышында тегден жасау қасыққа дейін кеңес берді. Егер қатырға қуанғанды мұны қалып қойу мүмкін еді. Өте жақсы қолдан алды. Қолдан алушы еді өзбек спортшысы. Міне көріңіздер ме, өкшеден ұстап өзі қарымта шабуыл жасады. Бірақ паркеде ұстап қоймай жатыр. Бұл жерде паркерде Гамлеттің мықты екенін көрініп тұр. Ишанкулов намысқа тырысып барын салып отыр. Бірақ Гамлеттің тәжірибесі көбірек сияқты бұл жерде. Осы екінші раундта Гамлеттің пайдасынан шешіліп отыр деп ойлаймын. Иә, қателікке бой алды да Асланов, бірақ бірден дәл осы оқылықтардың орнын толтырып үлгерді. Ишанкуловтың өте жақсы сәттері болды, бірақ өзі кінәлі, өзі жіберіп алды. Дәл осы екінші раундта қазір барлығын өзгертіп жіберуге мүмкіншілік болды бұл жігіттің қолында да. Сондықтан қазір үшінші раундта өзбек спортшысын құтқаратын тек қана уақытынан бұрын жеңіс, бұны барлығын түсініп отырмыз. Шынкуловтың бұрышында да түсінетке үміттенеміз. Қазір күресті нұсқама берілу керек. Болды таста тәуекел ұтылып жатыр екенбіз. Алға қарай ұмтылу керек. Уақытынан бұрын аяққа өткен кеңес берілу керек менің ойымша. Міне назарларыңызда статистикадағы өте үлкен айырмашылықты да байқауға болады. Итак, на ваших экранах независимая экспертная аналитика по количеству нанесенных ударов, тейкдаунов, попыток болевых приемов контроля и прочих моментов. Да, вот этот второй раунд намного динамичнее, чем первый раунд прошел. Хороший урон нанес локтями. Вот сейчас повторим, мы посмотрели это. Также Гамлет продемонстрировал, что он ее защищаться довольно хорошо умеет. Вышел с такого положения. Пока что бой забирает два раунда за Аслановым Гамлетом. Итак, в каком состоянии выйдут на третий раунд оба бойца, узнаем уже совсем скоро. Для Асланова Гамлета это первый и третий раунд в карьере. Для его соперника это вообще первый дебютный поединок. Учитывая тот факт, что и Гамлет, Асланов и Фирус и Шанкулов провели весьма большую работу в этих двух отрезках, двух пятиминутках. Здесь, конечно же, самое главное, чьей выносливости хватит больше. Да, такой был динамичный партер, который забирает очень много сил. Поэтому третий раунд
думаю, будет такой же динамичный, как второй. Итак, третий раунд занимает центр октагона Асланов. Да, оба уже поувереннее себя чувствуют. Волнение ушло на второй план. Сейчас рассудок будет работать на первом плане. Гамлет также в разведке работает. Вот хорошая двойка. Боковой. Сейчас с левой стороны и, по всей видимости, третий раунд пойдет именно в стойке. Да, скачков боковой в исполнении Слана прошел хорошо, в принципе. Но нужно было продолжить. Ох, лоу-кик. Каф-кик такой неприятный, да? Каф-кики в тренде. Тебе бы никак не знать, да? Да, на себе ощутил. Фирус начал более уверенно работать, да? Подключил ногу лоу-кики. Двойка. Такая раскидная. С провалом. С размахом таким от души прям. О, хорошая двойка. И сразу же проход осуществляет Гамли, да? Попытку прохода, попытку тейкдауна. В принципе, я думаю, что он его сможет доделать до конца при грамотном контроле, при грамотном действии. Удерживает сетки октагона. Ох, локоть на выходе. В принципе, хорош. Сейчас нужно спину забирать Гамлету. Он выбрал другой вариант. Работает из халгарда. Да, придерживает предплечье. Гамлет Асланов пытается улучшать свою позицию, наносить удары. Да, посмотри, Арман, как он придерживает предплечье Фируза и сразу же работает. Отключает рычаги. Ну, мне кажется, Гамлет показал, что свое превосходство партнера. Да, и он понял, в чем его сила, зачем ему рубиться в стойке, так как можно пропустить дальше на удар. Работает строго по плану. Обратно забрал спину. Хороший боковой такой, неприятный. Пропускает Фирус. Терпеливый парень Фирус. Снова удерживает позицию бэкмаунта. Да, заправил одну ногу. Нужно заправлять вторую для полного контроля, осуществления контроля. Конечно, нужно следить за шеей Фирузу. Скорее всего, будет атаковать Гамлет шею своего соперника. Да, что-то не торопится он преимущество свое развивать. Гамлет. Хорошая контратака. Гамлет сконтрил подхват. Бросок подхвата. Фирус Жанкулов и подсечкой перевел своего оппонента в партер. Да, Гамлет чувствует борьбу, чувствует, где нужно подловить своего соперника. И хороший граунд-паунд. Меньше 2 минут остается до окончания поединка. Да, победный план работает у Гамлета. Он слушает тренеров. Как говорится, тренера плохого не пожелают. О, хорошее добивание. Ударов от Гамлета. Также в партере наносит акцентированные удары справа. Правый боковой. Да, работает классическая работа, такая в граунд-паунте. Живот-голова, живот-голова. Миксует 2 этажа. Фирус пока что не торопится вставать на ноги, либо усталость уже дает о себе знать. Да, плюс удары. Еще один слотя попадает. Плюс удары Гамлета не дают это осуществить. Попытку встать. Меньше минуты остается. Ох, и тут Гамлет начинает работать более активно. Чувствует, что удары проходят. Нужно развивать свой успех. Локоть хороший в исполнении Гамлета. Еще один локоть. Да. Чувствует он борьбу, чувствует положение. Хорошее предплечье. Модифицированное. О чем мы говорили в двух предыдущих раундах? Да, работает строго по плану. Это хорошая черта для спортсмена. Слушает свой угол. Делает то, что ему говорят. Не делает лишних движений, которые могут повредить. 30 секунд осталось до окончания поединка. Все так же работает в гарде Асланов Гамлет. Да, я думаю, сейчас будет горячая концовка такая в исполнении обоих спортсменов. Фирузу нужно хотя бы встать, либо попробовать закинуть какую-нибудь болячку. 10 секунд. Сейчас Гамлет, я думаю, активируется. Занял боковое положение, начинает выкидывать удары, но
Бой закончился. Итак, поединок подошел к концу. Ждем официального объявления победителей. По итогу трех раундов ждем судейских карточек, судейских записок. Но я думаю, ни для кого не будет сюрпризом и секретом, что в этом поединке победу единогласным решением должен одерживать Аслан Гамлет ввиду трехраундового доминирования над своим оппонентом. Да, смотрим повторы третьего раунда. Хорошая двоечка в исполнении Гамлета и перевод, попытка перевода. Тут контроль осуществляет Гамлет и добивание. Хороший план, хорошее исполнение. В итоге победа. To the judges' scorecard for decision. All three judges, 27-30, win by unanimous decision is a red corner, Gamlet Aslanov!